«Сила и интеллект». В минувшие выходные в Иванове на базе спортивного комплекса «Спартак» прошло первенство Центрального федерального округа по панкратиону. Сильнейшие бойцы своих регионов собрались, чтобы выяснить, кто лучший. У нас проходит соревнование в два дня. Приехали много ребят, которые представляют разные регионы. Владимирская, Ярославская, Костромская, Белгородская, Курская, Московская, Воронежская и Ивановская области. Панкратион – одно из древнейших единоборств, входило в состав античных Олимпийских игр. Правда, сейчас оно существует в немного осовремененном виде, но концепция осталась прежней. Проводятся сегодня соревнования в разделе «Панкратион традиционный». Это раздел, в котором не наносятся удары руками в голову, используется ударная техника рук, ног по корпусу и бросковая техника с применением болевых удушающих приемов и удержаний. Довольно динамический вид. Малотравматичный, но требует определенной подготовки у спортсменов. Последователей первых олимпийцев в Иванове, как и в других регионах страны, немало. В этом спорте все решает не только физическая форма и уровень подготовки бойцов. В панкратионе нужна смекалка. Не зря же олимпийским чемпионом в этом виде спорта был известный всем со школьных лет математик Пифагор. Думать над ударом, предвосхищать действия соперника – в этом секрет побед. Надо хорошо понимать, как ты ведешь бой. Не просто выходишь, да сейчас отобьюсь, а понимать, что ты делаешь и как. Если ты умнее соперника, это 70% победы, а физические качества – это уже потом. По итогам первенства ивановцы задавили соперников и физически, и интеллектуально. Завоевали 57 призовых мест, в том числе 24 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую медаль. В общекомандном зачете сборная региона заняла первое место. 36 наших спортсменов заслужили право участвовать в первенстве России, которое пройдет с 14 по 18 марта в Казани. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.